Похоже, никуда мы не денемся от современной тенденции делать игры в пиксельной графике. Ее можно увидеть в раннерах, аркадах и даже спортивных играх. Сегодняшний герой обзора Half Inch Heist полностью нарисован в пиксельном 2D, но это его не портит, а только украшает. Игрушка – настоящая хардкор-аркада с максимально упрощенным управлением. Представьте себя на месте, не совсем опытного похитителя драгоценностей. Каждый раз, когда вы протягиваете руку за алмазом, начинают верещать сирены, и вы попадаете под обстрел охранной системы. Задание – выжить любой ценой и не выпустить алмаз из рук. Собственно, это и есть главная задача. Вы должны тапнуть по алмазу и не отпускать палец, пока вас будут обстреливать из самых разных видов оружия и пропускать через разные системы защиты. Уровень сложности достаточно высокий, чтобы игра затянула с головой. Затянуло настолько, что я даже написал подробный текстовый обзор, который традиционно можно прочитать на страничках iphones.ru. Ссылка на него в описании. Пока. Всем хардкора!